Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам выходит эта серия троллинга. И влепите прямо сейчас огромные лайкусики на мой видос и на видос Евгения. Набираем 15 тысяч лайков и сразу выходит следующая серия. Поэтому все зависит только от вас, да, а мы погнали. Да, погнали. Давай. В общем, ребята, в чем будет заключаться суть моей карты? Я немного приболел, то есть у меня и насморк, у меня немного и температура, у меня горло болит и многое-многое остальное. Но все же, ребят, я для вас записываю ролики и также стримлю почти каждый день. А поэтому, что я придумал, чем мы будем заниматься в этой карте? Жека будет меня лечить. То есть я сделаю Жеку маленьким человечком, то есть я его уменьшу пару тысяч раз и запихну его в свой организм, чтобы Жека... выбил оттуда вот эту всю нечисть, вот эту всех паразитов, мрази вот эти все поганые, чтобы я больше не болел. А, и больше я вам ничего не буду рассказывать, чтобы сохранить небольшую интрижку. Мы сначала пойдем на карту к Евгению, а потом вернемся на мою и посмотрим, сможет ли Жека меня вылечить и сможет ли Жека пройти мою карту. А также, ребята, не забывайте ставить огромные лайкусики. Также у меня сегодня на втором канале вышел видос, где я благодарю всех топ-донатеров, которые приходят на мои стримчанские. Кстати, сегодня тоже у нас стрим будет, поэтому обязательно приходите. А мы потопали, ребята, потопали, проходим его карту и потом сразу же возвращаемся на мою, поэтому в добрый путь. Ну шо, Эдуардо Перециано, вы готовы пройти на мой троллинг? Я готов, прям вот очень готов, очень готов. Пошли, давай. Эдисон, возможно, ты знаешь, что всем скоро будет Хэллоуин. Допустим, вот. Да. Я на самом деле не знаю, как нужно правильно праздновать Хэллоуин, да, и все такое, но у меня сегодня карта будет немножко с этим связана. Знаешь, с чем будет связано? А, с чем? Что-то тыковки будут стоять. Да, тыковки, и все, да, это весь Хэллоуин будет, да? Да, никакого сюжета у меня нету, ты находишься в дереве, и тебе нужно всего лишь добраться на самый верх и пройти паркур. Вот, пройти паркур тебе нужно. Ты, в принципе, можешь так, да, делать. Ну, мне кажется... Подожди. Тут не так все просто, Эдисон, тут не так все просто. А, не все так просто, да? О, ты уже сообразил, что нужно прыгнуть на люк, ты... Молодец, только не... Помоги мне, пожалуйста! Тут все просто! Ты что делаешь? Как ты так делаешь? Так нельзя, Эдисон. В смысле нельзя? Ты ходишь по стенам, это что-то вообще ненормально. ВШП, да? Ваш. Да в смысле? А, ой, да, ой. Ой, да. Не, это не за тролли, это все изи. Да. Я так и понял, да. Я просто я не. А, подожди, а дальше куда? Куда мне дальше нужно? Не знаю, слушай, ну здесь вот, видимо, невидимый блок, да? Видимый-невидимый блок, да. Видимый-невидимый. Видимый-невидимый. А здесь невидимый-видимый. Сундучок, который будет меня бить. Ага, да. Хотел меня надурить. Хотел... Хорошо. Тул-рек. У тебя рак какой-то тут, Жека. Какой-то рак у тебя тут. Никакого у меня рака тут нет. Хорошо. Что мне дальше делать, Евгений? Я не знаю. Тебе нужно найти выход отсюда. Выход. Выход, да, значит. Я знал то, что он будет меня бить, но я и так прыгнул. Хорошо. Выход. А может быть, тебе нужно его кокнуть, этот сундук? Не, я его даже бить не могу, если что. Ну, ты попробуй, может, поближе подойти. Да, поближе, чтобы он меня сбросил. Вот, ты прям умный, Я тебе говорю на полном серьезе. Подожди. Может, тебе нужно просто поближе... Да тебе нужно поближе подойти! Да куда еще поближе, чтобы он меня убил? Да. Охренеть, вот эта логика у тебя просто гениальная. Не, ну просто, у него очень мало хп, и ты можешь как бы упасть, потом снова ударить, Да, не, я так... Ну ладно. Ладно, как хочешь. Не, вот так тоже не работает. Так у нас тоже не работает. Я не знаю, что тут делать, честное слово, я тебе говорю. Ну тебе нужно сундук убить. Да в смысле, как я его убью, если он меня отталкивает? Хорошо, давай я ему сделаю не 2 хп, а 1 хп, чтобы ты точно его убил. Давай. Молодец. Забеги, какие-то зареспавнится, ё-моё, туда-сюда. Зареспавнится. Ага. Так. Ага. А что ты делаешь? А что, у тебя не по-другому не двигается? Нет. А что, оно должно как-то по-другому? Сейчас, подожди. Стой, не трогайся. А вот так у тебя не делается? Нет. А почему у тебя так не делается? Ой-ой-ой! Что-то там не сработало! Подожди, а почему у тебя так не делается? Да дайте. Не знаю. У тебя тут... Ну, попробуй будет. Да твою ж то сраку! Да? Да. Ну, хорошо. Привет. Как дела? Привет. Мне кажется, ты нужен не туда. Да, мне кажется, тоже не туда. Выпустите меня, пожалуйста.
Опа-опа-опа-опа-опа! Хорошо, хорошо, дальше, дальше, да, куда? Смотри, тут еще одна штука такая есть, мне кажется. Да, но я туда не могу. Да, туда. Ну вот здесь деревяшка стоит. А, да, уже, она уже только что появилась, да. Ну вообще можно и так допрыгнуть, просто мне тебя не хочется мучить. Вот видишь, она не двигается, все двигается. Сейчас она подвигалась. Вот, вот, опа, 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 опа. Опа, опа, что это такие, что это такие, Эдисон, ты... Ты выбрался из дерева, ты молодец. Я выбрался из дерева, я из дерева выбрался, да, хорошо. Подожди, я тебя тут потушу, а тут все загорелось, да, понимаешь? Да, хорошо, спасибо, спасибо большое, вот. Спасибо. Все, ага. Все загорелось, все печально. Да, да, хорошо. Да. Я молодец, все да. Просто гениально, гениально. Опа, ну ты почти. А, спасибо. Да ну что ты делаешь? Ну так вообще нельзя, проходить. Ну ты, во-первых, у меня вообще не было спаунпоинтов, я думал, ты на одном дыхании будешь проходить. Ну ладно. В смысле не было спаунпоинтов? Как это? То есть, если я один раз зафейлился, то все, типа, если ты не прошел мою карту, или как? Тут уже совсем просто допрыгнуть. Охренеть, вот это просто. Подожди, а когда тут было два блока, это тоже было просто допрыгнуть, да? Да, я это с первого раза допрыгиваю. Молодец, давай. Молодец. Вперед! Молодец, Эдисон, молодец, наконец-то. Да, да, что так, дальше, что дальше, да. Так, что дальше, что же дальше? Где-то, что же мне кажется, дальше? Здесь что-то есть такое вот даже не скрытое совсем. Так, ага. Так, сейчас я куда-то провалюсь, да, чекайте. Опа! Это что сейчас было? Я что-то вообще не... Ты что-то вообще не понимаю, что сейчас. Опять что-то не работает. Что-то... Опять что-то не работает. Я не знаю, что там хотел сделать, но у тебя... Я могу на это вечно смотреть. У тебя что-то там не работает, не работает у тебя там. Мне кажется, у тебя что-то там не работает. Возможно, но если у меня не работает, значит у тебя тоже не работает. Я не могу вообще никуда тпкнуть. Я не знаю, ты просто типа... Ты целенаправленно в эту ловушку стоишь, я уже не могу понять. Ну, телепортируйся ко мне. Ага, хорошо. Представь, что находишься в 2D. Вот как я вот смотрю, видишь, на тебя, да? Тебе нужно представить, что ты в 2D. Хорошо, хорошо. Вот, что-то тут, что-то... Не, я туда не смогу допрыгнуть вообще никак. Сможешь. Не смогу я туда допрыгнуть. Сможешь. Это очень даже очень просто. Да. Хорошо, я в жизни... Да не пытаешься! Да в смысле не пытаюсь? Я в жизни никакие паркуры не проходил. Ты хочешь, чтобы я тут 180 градусов паркуры сделал? Ну, там вниз нужно прыгнуть. Как бы, ну тут вообще изи, давай. В смысле, что ты мне улегчил? Давай. Да. У тебя получится, я в тебя верю. Я не сомневаюсь. Я тоже не сомневаюсь. Да, хорошо. Спасибо. Молодец, ура! Спасибо, ура! Я прошел паркур! Да. Подожди. Теперь очень сложная фигня. Смотри, видишь, это... Я вижу, да, я вижу. Писюлька, да. Писюлька. Я теперь тебе, знаешь, что даю? Я тебе даю вот такую штуку. Что ты там делаешь? Это нельзя. Хэллоуинчик. Да, собаки. Сыны собаки, понимаешь? Туда прыгай вниз. Он меня убьет. Вниз прыгай. Хорошо. Молодец. Держи. Садись. Спасибо. Ага. Маунт бай, да? Плеер маунт, хорошо. Плеер маунт, хорошо. Вот, все, молодец. Смотри, я тебе скажу так. Ты сейчас отправляешься. Он меня убивает, поэтому давай открывай уже дверь, он меня убивает в стенке. Ты отправляешься в замок хэллоуинчиков. Тебе нужно убивать хэллоуинчиков и пройти до конца замка. Вперед, бая! Туда-сюда, ё-моё! Стреляй! И я опять в заднице появился! Он ушёл. Он без меня ушёл, хорошо. Садись, стреляй! Давай! Ты можешь слезть с него, если ты хочешь, конечно. Так чё ты сразу не сказал? А может, ну, я не знаю, какой. А смотри, с ним что-то ещё падает. Нет? Да иди ты в сраку! Эдисон, я тебе дам подсказку, тебе нужно собрать тыковки, которые падают с них. Тыковки. Это все хорошо. Если ты их не соберешь, то будет очень-очень-очень плохо. Да, хорошо. Однако, вторая тыковка. Давай, ага, дальше. Ага. Респавн его, дальше. Там ничего нет, Эдисон. Есть, я вижу то, что есть, не переживай. А с него тыковка не выпала, или она вниз упала? Да, но ты уверен, что у него сколько у тебя тыковок? Три. Тыковок три. Хорошо, я тебе дам еще. Еще одну, дай, пожалуйста. Да. Спасибо. Так, спавн вот эту свою писюльку и пошли. Хорошо, поехали. Я уже заколебался, понимаешь? Может, тебе не нужно снеслать, не знаю. Я не знаю. Может, должен все-таки в ней побыть? Кажется, тебя кот должна провести, то есть... Может, нет, В ней побыть, да? Не, мне кажется, она меня никуда не приведет. Плохая писюлька, плохая. Да, мне кажется, очень плохая.
Собака просто, понимаешь? Просто собака. А ты что, умер, что ли? Конечно, умер! Еще это собака! Еще собака! Не умирай, Эдисон, не умирай! Еще сколько же тут собака! Так, 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 давай, 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 забирайся, забирайся на... Там и... Сколько у тебя пампкин? 8. Где-то просрал еще. Нет, а ну-ка, потому что там лава, она может... Вот я вижу снизу еще одну, да, валяю. Еще две нужно получать. А там еще где, там еще вторая валяется. Да, еще вторая, ну хорошо, так уж и быть. Сейчас я сдул. А, да, он бросил, там вторая валяется, хорошо, хорошо. Я ничего не бросал вообще-то. Ага, еще одна где еще одна? Я не знаю, где еще одна, надо поискать. А, еще одна, да. Сейчас я посмотрю, подожди. Да, хорошо, да. Эдисон, да, ты телепортируйся, Я тэпэхнулся, да. Вот, тыковка будет лежать тут. Да? Да. Хорошо, спасибо. Ах ты, говно! Наконец-то! Я проклинаю твой сраный Хэллоуин, чтобы никогда он больше не случался. Дебильный праздник, дебильный, понимаешь? Кто его вообще придумал? Кто его вообще придумал? Хэллоуин этот проклятый, все. Пойдем на твою карту. Пошли. Хорошо, проходим, да? Проходим. Эдисон. Пошли. Спасибо. Да не за что. Пошли, давай, да. Подожди, а я что, тебе с одного удара убиваю? А, нет, да, не у меня показал. Просто пол хп было. Так, Евгений, иди сюда, Евгений. У меня проблема. Понимаешь, сяди сюда. Давай я сюда сяду. Нет, сюда сядь. Не хочу с тобой сидеть. Сюда сидеть. Садись сюда. Сюда садись. Садись сюда. Я вот тут сяду, хорошо. Нет, садись, мать твою, уже на эту чертовую скамейку, я тебя прошу. Хватит выеживаться, как бабенция какая-то. Давай, ну. Че? Ой, заразил я тебя немного, ну. Евгений, у меня проблемка, я болею, понимаешь, немного болею. Вот, поэтому, Евгений, мне нужно, чтобы ты мне помог мне вылечиться, Евгений. Это неизлечимо. Я болею, у меня кашель, у меня простуда. Это неизлечимо. Прям, в смысле неизлечимо, а излечимо как раз. Поэтому нужно, чтобы ты помог мне вылечиться, Евгений. Нужно, чтобы ты мне помог. Это моя хата, поэтому давай, будешь за мной ухаживать. Иди сюда, давай. Заходи внутрь, давай. Ты где? А что это такие? Я не могу понять. В смысле? Опа. А чё там? Опа. Шо, как я умер? Я даже не понял. А что ты делаешь, не могу понять? Что там? Тебе в дом нужно, в хату ко мне нужно! Не, подожди, я тут что-то нашел, я хочу это понять, что это такие. Да там, нет, там тебе ничего не пригодится. Только я не понимаю, почему мне, я сажусь, мне сразу... Сажусь, а, во. Да, ну и раз так, то значит... Но это вообще невозможно! Это возможно, это возможно. Тогда ёкарный подпадник! Да давай уже, давай! Жека, я умираю, тебе нужно меня вылечить! Я сажусь, меня тпшивает! Сажусь, оттпшивает. А куда тебя оттпшивает? Ага. Так, ага. Там тебе просто нужно клацнуть вовремя, понимаешь? Нужно клацнуть. Нет, просто ну, тпшит обратно. А, тпшит обратно. Нет, тебя не тпшит, тебя спускает вниз обратно. Тебе просто нужно нет, клацать. Нет, меня именно тпшит. Да не тпшит. Если у меня все нормально работает, как у тебя тпшит? Эдисон, я не понимаю. А ты не бомби. Ты не... А куда я вылетел нахрен? Ты не бомби. Я тебе облегчил задачу, поэтому ты сейчас справишься. Ой, все, я сел. Хорошо, молодец. Хорошо. Я тебя поздравляю. Да, я сам сел. Да. Я гениальный. Да. Я нормальный, я гений. Нет, ты как мы все сейчас видим, ты ненормальный. Хорошо, Евгений, проходи. Вообще, я умираю, Евгений. Тебе нужно мне помочь, иди сюда, тебе нужно помочь, спасти друга. Ага, вот как он со мной дружит. Я тоже надеюсь, что ты сдохнешь как можно скорее. Прям лучшие друзья, понимаешь? Поэтому пока ты не сдох, ты должен меня вылечить, Евгений, понимаешь? Ты должен меня вылечить. Держи, это тебе, я нашел для тебя. Чё, тебя это точно вылечит, давай, пей. А чё это такое? Нет, не это нужно. Это мне водичку из холодильника, водичку, мать твою, водичку с холодильника! Водичку, пожалуйста, водичку принеси, водичку, мне обычную водичку. Дай мне водичку обычную, спасибо большое тебе, я и так должен встать. Неваляшка просто, понимаете, какая-то, и просит водичку, он водичку не дает. Че? Ой, понимаю, водичку,
Евгений, что-то мне не помогает. А вот водичка... Ну, я тебе говорю, ту микстуру надо было выпить. Да, это... Нет. Я тут, пока тебя не было, пока там прохлаждался где-то на улице, всякой хренью занимался, я экспериментировал. Ну, вот. Поэтому я открыл новую микстурку. Это микстурка для тебя, это не для меня. Не-не-не, это для тебя. Нет, это для тебя. Нет, это для тебя, тебе нужно ее выпить, и ты уменьшишься в размерах и попадешь в мое тело. В мое тело попадешь, чтобы... Что а надпись Poison 0.45 мне не особо нравится. Какая разница, это обычная миксурка, которую тебе нужно выпить, и всё. Которая накладывает на меня яд, называется. Да, да, откладывает, закладывает, откладывает, накладывает, неважно, неважно. Хорошо, я выпил. Ты готов отправиться в путешествие по моему телу и изгнать всех паразитов, которые... Да, давай. Да, хорошо, молодец, сейчас, поехали. Так, ну ты готов, только смотри, чтоб ты меня вылечил, чтоб вылечил меня. Да, хорошо? Я, конечно, вылечу, давай. Давай, отправляйся. А, так, я молодец. В твоем теле, да? Да, ты в моем теле. Ты оказался в моем теле. А спанпоинт успел! Молодец. В общем, Евгений, ты в моем теле, тебе нужно изгнать всех паразитчиков. Видишь, это паразитики. Изгоняй всех паразитчиков, изгоняй. Тебе нужно изгнать. Тебе нужно додуматься, как пройти вот ту дверь. Вот там дверь есть, да. Тебе нужно заметить, что тут странное. Да, я вот заметил странную вот эту штуку. Вау. Странная штука, да. Странная, очень странная штука. Вот тут много всего за этой штукой есть, да. Вообще, да. Евгений, тебе нужно заметить, что там не так. Что там не так, понимаешь? Давай, помучай сейчас ты у меня. Где, я не знаю, мне вообще похрен, что не так в этой комнате. Тебе нужно, я тебе подсказывать не буду. Давай, я намучился на твоем сраном Хэллоуине. Давай, я тоже тебе намучился. Давал подсказки. Ну хорошо. Я тебе пока не буду давать. Тебе нужно, что там за паразитчиками? За паразитчиками там что-то есть. Да, но я вижу кнопку, но я не успею просто до неё добежать даже. Тебе, может, не нужно? Нет, не успеваю. Я тебе дам подсказку. Тебе нужно заморозить паразитчиков. Нужно заморозить паразитчиков, чтобы паразитчики... Ушли! Ушли, проклятые паразитчики, с моего тела, чтобы больше я не болел. Понимаешь? А как мне их заморозить? А тебе нужно на кнопочки нажать. Вот две так кнопочки. Так я не достаю на этих кнопочек. А может, тебе не вручную нужно них нажать? А типа луком каким-то нужно нажать? Я не знаю. Но у меня просто нету лука. А так может тебе нужно его найти? В этой комнате? В этой? Да ничего там нету, да что ты там смотришь? Вот черт, да. Тогда где? Просто в невидимых блоках где-то должен быть? Нет, вот тут где-то на старте. Ты вспомни. А, все, понял. Да, хорошо, молодец. Так, тебе нужно нажать на две кнопочки нужно нажать. Да вообще изи, чем? Давай, нажимай на две кнопочки. Я вижу то, что это изи, да, я вижу то, что это изи, давай. Так, паразитчики заморозились на 2 секунды заморозились паразитчики. Попадай быстренько, попадай. Да, куда ты? Они отскакивают. Опа. А где вторая кнопка? Так, один паразитчик заморозился один паразитчик. Заморозился. Паскуда, это заморозился паразитчик. Паскуда, ты мать твою за ногу, гад. Паразитчик. Почему из тебя по кнопке, а попадает по паразитчику? Паразитчик, конечно, вообще зараза, согласись, паразитчик вообще зараза, я так скажу. Зараза. Да! Паразитчик опять заморозился! Так, молодец. А, все? Все, паразитчики заморозили. Они заморозятся, ты близко к ним не можешь подходить, потому что они заморозились. Евгений, я тебе дам подсказочку. Подсказочку тебе дам. А, ты сегодня... Вода растопилась. Да, ты сегодня... Ты сегодня кушал растишку. Ну, ага. Понял. Понял? Понял. Да, понял. Молодец. Это хорошо то, что ты меня понял. Так, хорошо. Молодец. Ты сегодня кушал... Какой гигантский. Что это? Ага. Ага, только я не могу достать до этой кнопки. Можешь, ты просто пытайся. Не. Опа! Что? Так шо? ты нажал, да. А что она делает? А, я не знаю, опять нужно догадаться. А, она больше льда сделала или что? Не, тебе нужно догадаться, что она делает. Что не так в этой комнате? Ага! Опа! Ай-яй-яй, давай, Жека, ты справишься! Я не понял, а с чем я должен справиться? Ты справишься, Евгений, давай! А с чем я должен справиться? В смысле? Ой,
Ага. Где я? Ты справился, где да? Я? Так, я даже не понял, что произошло, что за магия, я не понял. Растишка прекратила эти свое действие, действие завершилось. Растишке нужно уменьшаться опять, уменьшаться. Хорошо. Нужно, нужно уменьшиться. Хорошо. Так. Не смешите меня, пожалуйста, а то я так реально умру. А тебе нужно вообще-то меня вылечить. Не надо меня бить, я не надо. Следующая стадия. Ты прошел, ты изгнал паразитчиков. Я уже себя чувствую немного лучше. На самом деле, ни хрена, я не чувствую себя немного лучше. Но хорошо. Для троллинга можно так сказать. В общем. Ну. Ну, тебе нужно туда вниз. Понял. Ты пишешь. Да. Ты не видишь то, что тебе сюда нужно, вот туда тебе нужно, вот видишь тут, вот тут я тебе то, я тебе также сразу же помогу. Вот, молодец, молодец. Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо. Ты что думаешь, я такой тупенький, то что тут сделаю нормальные блоки, нет, они тут прозрачные. Так, хорошо, то есть мне нужно сесть в вагонет, как я понимаю, да? Да. Да ты, что ты там делаешь? Я тебе дам подсказку, ты опять сел растишку. Растишку опять сел. А хотя, мне кажется, хотя нет, мне кажется, растишка тут не понадобится. Ты где? Да, ну я все-таки, наверное, съем ее. А, я не да знаю. Да нет, она. Ну хорошо, так уж и будет. Я так наполовину да, растишку. Да, хорошо, хорошо. Так. Оп! Молодец! Тебе нужно найти выход с этой комнаты. Изи задача просто, изи. Хорошо, я тебе дам опять одну подсказку. Тебе нужно на самый нижний уровень, вот сюда, где вот эта вагонетка катается. Чего, куда? Вот сюда, на самый, вот этот уровень, на самый последний снизу уровень. Вот тебе сюда нужно упасть. Ага, понял. Так, ты уже почти справился, смотри, какой молодец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как же все сложно, ты пехайся, давай быстренько, Евгений. Я умру, пока ты будешь меня лечить, поэтому давай уже. Да я ж нажал, ну ёпта! Ай-яй-яй-яй-яй! Жека, ты меня подводишь, Жека, ты меня подводишь, я скоро умру. Ладно, ты пехайся, я тебе помогу, потому что это будет слишком долго. Давай сюда, ты пехайся. Так, хорошо, подожди. Так, последний. Ага. Давай. Всё. Отлично. Оп! А, хорошо, так как это было легко. Так, ну и... Да, нужно найти отсюда выход с этой комнаты. Что-то там я вижу. Но ещё не могу... Что-то... Опа! Хорошо, так, сейчас не спеши, пожалуйста, не спеши. Стой на месте. Ты сейчас должен пожертвовать собой. Зашибись. Тихо, не перебивайте меня, пожалуйста, месье. Вы должны собой пожертвовать, чтобы допрыгнуть сюда и открыть вот эту дверь, чтобы все паразиты вышли наружу, понимаешь? Ты не умрёшь, Жека. Ура! Спасибо, подожди. Так, Жека. Ты открыл задний проход. Я чувствую то, что все паразиты уходят. Отлично, мне от этого не особо хорошо становится. Не, я не скажу то, что я себя лучше начал чувствовать, но мне кажется, со временем все поправится. Горло до сих пор у меня болит, но вроде нормально. Жека, ну... А это нормально, что я в жопе сижу, да? Я же тебе сказал, ты мне помог вылечиться, но так как ты упал, ты попал... толстую кишку, понимаешь? Да, можно. Я понял. Я тебя сразу предупреждал, что тебе должен с собой должен пожертвовать, понимаешь? Вот, поэтому ты попал в задницу, да, можно так сказать. Пошел ты в сраку. И тут твои старые знакомые, жопосранчик. Ты же знаешь жопосранчика, ты с ним уже давно знаком. Ой-ой-ой, да, жопосранчики, вот. Поэтому мне кажется, тут нормально. Куда он полетел? Кто полетел? Жопосранчик полетел. Опа, опять полетел. В смысле, он на месте, они на месте стоят! А ты вот подойди, так толкни, они полетят, короче. Опа! Что-то я ничего не понимаю. Жека, я понимаю, что какие-то токсичные газы в заднем проходе. Мне кажется, Жека уже начала плющить, поэтому я не хочу тут с жопосранчиками тусоваться. Я не хочу с жопосранчиками тусоваться, поэтому жопосранчики идеальная компания, просто идеальная компания. А что они так тебя быстро убили? Они вообще паскуды. Жопосранчики, все, хорошо, вы тут с жопосранчиками тусуетесь, тем более вы уже давно знакомы, а я пошел заканчивать этот ролик. Спасибо, Жек. Миссия невыполнима, тун-тун-тун. Я убил, спускаюсь, толпы кишки.
Ты вроде долго тусовался в моем теле, но что-то я себя лучше не стал чувствовать. Мне кажется, вот я смотри. Просто, я паразит. Да, ты паразит, я так понял. Я уже давно знаю, что ты паразит. Но мне кажется, как раз... Что ты делал? Меня тут будут торчать, да? Жопосранчиками? Да, подружись там, подружись. Хорошо. Первого зовут Жопосранчик, второго Жопосранчик, и третьего тоже Жопосранчик. Познакомься с ним, Хорошо. Вот, мне кажется то, что... Нет, Жека, конечно, мне вообще не поможет, потому что Жека не врач. Мне кажется то, что Евгения мне не поможет. Поможет то, что, ребята, если вы поставите лайкусик на оба наши видоса, и на мой, и на Евгения, вот будет много лайков, я точно вылечусь, и Жека точно не заболеет от меня. Потому что... Жека, апчи! Пчи, Жека! Апчи! Я уверен, что я заболею, потому что это зараза. Когда ты в прошлый раз болел, я также от тебя заразился. Вот паскуда, да? Вот паскуда, это зараза. Поэтому, ребята, только ваши лайки помогут нам не заболеть и выздороветь. Поэтому ставьте лайкусики и подписывайтесь. Да, еще нужно комментировать и подписываться на наши инстаграмы, потому что мы там самые сексуальные майнкрафтеры на свете. Вот с этим я, пожалуй, с ним соглашусь, с Евгением, да. Кушайте больше растишек. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока.